Добрый день, дорогие наши друзья, наши товарищи, наши подписчики, дорогие любимые и просто телезрители. Канал Добра и Позитива приветствует вас сегодня, 23 марта 2013 года. Да-да, не удивляйтесь, не на розовой кухне, а на профессиональной кухне в отеле-ресторане под названием «Брайтон» в Москве, в России. И сегодня как раз тот день, когда мы будем готовить десерты и покажем, как все это дело выглядит. Один из наших подписчиков недавно сказал, вернее, написал мне в комментариях и попросил приготовить какой-нибудь десерт. Десерт в «Ананас» мы уже готовили, а более профессиональные десерты нам покажут, как правильно приготовить и расскажет, как все это будет выглядеть, Марк из Израиля. Добрый день, Марк. Добрый день, Сергей. Очень рад, что ты согласился рассказать некие секреты и показать на своей кухне, как ты будешь сегодня готовить десерты. Расскажи, пожалуйста, как будет сегодня называться сегодняшний десерт? Десерт чизкейк с белым шоколадом. Под названием как? Под названием айсберг. Айсберг. Так. Да. Ну давай начнем. Давай. Покажи, какие ингредиенты нам для этого сегодня пригодятся. Значит, изначально формочка. Так. Желательно приобрести формочку людям, открывающую и закрывающуюся со съемным дном. Вот так на сегодняшний момент у меня есть такая. Угу. Я просто закрыл, взял обычную бумагу пергаментную и закрыл ее фольгой. Понятно. Ничего не вытекало. Так. При этом я растопил шоколад с орешками, неважно какие орешки. Можете добавить изюмчики, если хотите. Так. Вот, растопленный шоколад. Угу. Это у меня будет служить для коржа. Понятно. Это я буду служить для коржа, и он испекается изначально. Понятно. То, что касается чизкейка. Яйца, сыр Филадельфия. Ну, типа маскарпоне, да? Да, типа маскарпоне. Сладкие сливки. Так. Сахар и качественный белый шоколад Калибу. Ага, понятно. Приступим к замесу. Нет, сначала, чтобы сэкономить время и работать параллельно на кухне, потому что это чтобы не терять время. Сначала я испеку корж. Параллельно я буду чем-то еще заниматься. Понятно. Вот здесь такая типа лопаточки, которая у меня уже не один год. Да. Моя реликвия, да. Талисман твой. Да, своего рода талисман, да. Так. Я красивенько все это дело размазываю. Можно положить еще, ничего страшного не будет. То есть это получается как бы самая нижняя часть нашего чизкейка. Да, это корж. Это своего рода корж. Понятно. Корж, который испечен изначально. Выпекается при обычной температуре. В духовке? В духовке, если это турбодуховка с вентилятором, имеется в виду, она выпекается при температуре 160-170 градусов. Если духовка обычная, выпекается при температуре 180 градусов, в районе сильно выпекать это не нужно, потому что по-любому потом еще происходит процесс выпечки вместе с наполнителем чизкейка. Понятно. Вот я сделал заготовочку, кладу ее в печку. Да. Я нахожусь реально на профессиональной кухне большого ресторана, поэтому я, конечно, извиняюсь, то, что, может быть, где-то там не совсем, видите, тут вот мусор, все остальное, но, ребят, мы находимся реально вот в таких вот, в рабочих условиях. Вот такая вот духовка. И сколько по времени это будет занимать? По времени около 10 минут, не больше. Понятно. А в домашних условиях можно приготовить такой чизкейк? Легко. Легко и просто? Да, конечно. То есть это все вещи несложные. Ага. Конитерки из более вещи, которые занимают время и определенные процессы. Здесь, по большому счету, всего лишь два этапа. Корж, чизкейк, сама масса чизкейк и выпечка. Ясно. Ну что, ставим в духовку, да? Да, сейчас я ставлю в духовку. Ага. 4, поехали. Значит, пока у меня запекается корж, я делаю основную массу чизкейка. Сыр Филадельфия смешиваю с яйцами в однородную массу. Не нужно взбивать, не нужно миксер, просто венчиком. Делать руками. Да. Иногда это занимает время, если сыр поставите изначально просто при комнатной температуре, тогда эффект будет немножко другой. Здесь у меня сразу в холодильнике, поэтому это займет немножко времени. То есть я смешиваю сыр,
вместе с яйцами, не взбивали еще раз. Понятно. И добавляю сахар, естественно. Добавляю сахар. Все, что мне нужно, стараюсь работать, чтобы... Да, чтобы поверхность рабочая была свободная. Была свободная, да. Понятно. Расскажи, а как ты попал вообще из Израиля в Москву? Изначально я коренной москвич. Понятно. Жил какое-то время в Тель-Авиве, да? Я живу в Тель-Авиве на протяжении уже 23 лет. 23 лет. Да. А сколько у тебя общий стаж поварской? Кондитерский стаж мой в районе 15 лет, и начинал работать я как помощник кондитера. Так. Хотя изначально учил инженерию электричества и... Все понятно. И электронику. Ну, потихонечку пошло-поехало, очень быстро надоело принеси-подай, отнеси-забери. Ну да. И поэтому я пошел учиться, я окончил кондитерскую школу в Тель-Авиве, которая считается международной, именно факультет кондитерки. И потом начал себя строить в плане работы, в плане каких-то других вещей. Понятно. Вот у меня получилась однородная масса, желательно, чтобы не было комков. Да, действительно однородная, действительно однородная, да. И довольно-таки быстро, буквально там за полторы минуты ты все это дело размешал. Если вы выкладываете заранее сыр, то намного легче с ним работать. Ясно. А корж, я напомню, стоит у нас в духовке. Корж правильно стоит в духовке. Так, теперь у нас готова масса. И что мы делаем? Мы должны растопить шоколад. Есть какая-то хитрость, да? Да. Это мы идем и где растапливаем? На газ. Понятно. Ну, видите, ребятки, я тут пью параллельно кофе. Это дружественное нам место, заведение, в котором я себя могу чувствовать как дома. Поэтому знаю, что вы мне напишите в комментариях, как я сюда попал и все остальное. Это реально. Кстати, я потом вам еще скажу кое-что в самом конце по поводу этого замечательного места. Итак. Ага. На профессиональном языке соединение растопленных сладких сливок и шоколада называется ганаш. В данном случае ганаш из белого шоколада. Понятно. То есть мы ждем, чтобы сливки немножко поднялись? Нет, не поднялись, а просто чтобы они прокипели немножко, понятно, чтобы растопили шоколад. Понятно, понятно, понятно. По книге нужно растопить сливки, залить шоколад и ждать. Но так как я не первый день замужем. Понятно, понятно. У тебя я уже глаз и рука наметана, да, короче. Да. Понятно. Я просто закидываю шоколад, немножко держу и потом его вынимаю. Ясно. Не вынимаю, а соединяю массу. А мы сейчас вам покажем, как стоит параллельно наш коржик. Параллельно вот, да, делается корж. Вот здесь даже вот могу открыть печку, ничего страшного. Да, лучше открыть. Да, и он уже приподнимается, я смотрю. Да, потихонечку начинает приподниматься. Мне не нужна выпечка полная, буквально 10-15 минут, в зависимости от печки. Понятно. Ребят, ну запахи на этой кухне, вы не представляете, какие вкусные. Здесь и мясом, и рыбом, и борщом, и десертом пахнет. Ну что, здорово. Выглядит все даже очень красиво. Сливки потихонечку начинают закипать. Так. Но при этом нужно помешивать на всякий пожарный случай, чтобы ничего не подгорело. Понятно. Опять же, все это веничком делается, да? Веничком, да. Желательно веничком. Есть возможные лопатки, но веничек самый оптимальный вариант. Понятно. Вот сейчас наши сливочки скоро закипят. Но они уже забурлили, похоже, да? Да, но они должны хорошо, ну, хотя бы немножко закипеть, чтобы... Порог пошел. Да. Сейчас то, что я делаю, никому не рассказывайте, это делается не так. Сливки заливаются сюда, в шоколад, и ждут, пока это все дело... Все, понятно. Шоколад то есть это уже твои некие секреты поварские, да? Да, да. То есть изначально заливаются сливки, немножко ждут, я понял. Шоколад оттаял, и потом размыть. Я делаю по-другому. Сядь, все добрасываю. Ты делаешь все по-еврейски, короче. А? Делаешь по-еврейски. Совершенно верно. Все справа налево. Все справа налево. Все правильно. Немножко размешал их. Слушай, как смотри, интересно получается. Да, да, оно практически, видишь, тает на глазах прям. Да, да. А ладно, у меня тает быстрее, просто я знаю, когда это надо снимать.
Ясно. Каждому свое, как говорят. Слушай, а на иврите как называться будет это блюдо? Чистка, угад длина, шокола глава. Вот так вот. Вот, немножко растопил, всего этого хватает. Так. Теперь получилась опять однородная масса такая. Однородной массы, как видите. Довольно-таки все быстро получается. Да. Это, естественно, в мойку я бросаю. Да. И ждем приготовления коржа, да? Нет, корж пока готовится, теперь что я делаю? А, вот здесь еще нельзя есть. Сразу смешивать холодное с горячим. Так. Поэтому, по крайней мере, я как сделал, ну, корж делать по-разному. Сначала я смешиваю холодное с горячим, чтобы сравнять температуры. Так. Чтобы ничего не свернулось, чтобы не было войны. Понятно. Да. Немножко холодного сырной массы. И смешивается все опять. Смешиваю. Она немножко остывает. То есть все, короче говоря, происходит постепенно. Да, сразу ничего не бывает. В кондитерке не бывает мое. Коротких путей. Если бывают короткие пути, то, естественно, выпечку не обманешь. Как сделал, так и получится. Другими словами, как корабль назовешь, так он и поплывет. И сейчас уже будем вытаскивать наш корж, да? Руки у меня чистые, поэтому я могу сделать так. Понятно. Сюда можно добавить ванилин, сюда можно добавить какие-то вкусовые, можно даже немножко добавить алкоголь, если кто-то любит. Или добавить его изначально в корж. Коньяк или ром какой-нибудь, да? Шоколадный корж, да. А, понятно. Вот, пожалуйста, вот получилось изначально. Вот сама сыровая масса. Ясно. Вот она. Видно, жиденькая. Видно, да. Дурная привычка всегда пробовать пальцем, это у всех поваров и кондитеров. Ну и как? Поэтому, да. Все, это готово. На все, что мне нужно, я всегда освобождаю. Ага. Все в моечку. Ага. Ну что, достаем корж, да? Да, вот сейчас я пойду проверю корж. Ага. Вот наш корж готов уже, да? Да, этого хватает, потому что по-любому он еще потом проходит тепловую обработку. Ага, понятно. Вот корж. Он немножко движется, можно проверить, он не до конца испеченный. Я... До конца испеченный мне не нужен. Понятно. Сейчас он должен остыть, его можно поставить в холодильник. Ага, чтобы он немножко остыл. Чтобы остыл, да. Или просто, в зависимости от... Понял. От напряга времени, скажем так, другими словами. Понятно. Корж остыл, сырная масса готова, мы заливаем. Ага. Заливаем в эту форму, да? Да, заливаем. Иногда даже остается сырковая масса сама. Ну, где-то вот немножко до... Сантиметров до края, наверное, да? Ну да, я заливаю до конца. Ну, так вот тоже неплохо. Немножко ее... Потрясти как-то, потрясти, да? Чтобы... Пузырьки, вот, чтобы не было воздушных пузырьков в массе. Понятно, всегда. Чтобы запеклось красиво. Да. И все. Отправляется опять в духовку. Отправляется в духовку. На сколько по времени? В районе часа, в зависимости от духовки. Угу. Как проверяется, я сейчас покажу, как это проверяется, когда это готово. Ага. Приблизительно. В общем, ставим это все дело на час. Да. Проверяется очень легко, когда после 40-50 минут немножко потрясти, и есть легкие волнения, уже можно вынимать, потому что в холодильнике по-любому он дойдет, и желательно, чтобы в холодильнике они где-то простояли после перед употребления, по крайней мере, где-то сутки. Понятно. Ждем час. Да, ждем. Все, час прошел, мы достали нашу как бы форму из духовки, вот так вот она выглядит, и она у нас уже готова, да? Да. Теперь при желании, кто хочет, на вкус каждого человека, ага. Когда чизкейк остывает, он может взять сладкие сливки с белым шоколадом, сделать ганаш, который я уже делал в начале, и залить. Угу. И пусть это отдыхает в районе 2-3 часов, застывает, и потом стоит в холодильнике до, по крайней мере, до следующего дня.
чтобы чизкейк стал чизкейком, потому что если поднимать формочку после выпечки, там, после пару часов, то это все развалится. Понятно. Ну что, а нам осталось что это сделать? Правильно, продегустировать. Да. И настроение у нас что? Улучшается. Ну вот такой вот получился у нас чизкейк с белого шоколада под названием «Айсберг». Сейчас мы его будем пробовать. Кстати, да, молодое подрастающее поколение, которое смотрит мой канал «Добра и позитива», пишите в комментариях, кому нужна работа. Поваром, официантом и все остальное. И я вам постараюсь в этом деле посодействовать. Короче, пишите в комментариях. Вот, чтобы мое мнение было как бы таким, скажем так, не подавляющим, да, мы пригласили независимого эксперта Алену, тоже, кстати, наш подписчик канала «Добра и позитива». Скажи нам, пожалуйста, попробуй, скажи, вкусное это блюдо? Вот что ты скажешь по поводу чизкейка из белого шоколада под названием «Айсберг»? Ну как, девочки вечно, да, сидящие на диете. Понятно. Вопрос, твое вот мнение, как тебе? Кстати, Марк, скажи, вот оно сильно калорийное блюдо вот это получилось? Относительно нет, не считая сыра и шоколада. Понятно. Ну, это чистый продукт, без всякой химии, долго будет стоять. Да. Никаких порошков, все естественно. И подчеркнем то, что это все можно сделать абсолютно в нормальных домашних условиях. Абсолютно. Да. Ну как, Ален, что скажешь? Действительно очень вкусно, я бы заказывала, я бы брала бы. Рекомендуешь, короче, да? Я бы делала бы сама, если бы умела. Если бы я могла бы делать, да. Ну, для этого существуют специально обученные люди, такие как Марк. Марк, ну что, пожелайте нашим подписчикам добра и позитива, там, может быть, скажете пару слов. На самом деле, положительных эмоций. Правильно. Правильной и здоровой пищи, правильно, включая сладкую, потому что даже у нас, в России и в Москве, можно найти мало, но качественные продукты, без примесей, без химикатов и без всякой ерунды порошковой. Понятно. Ален, а ты пару слов скажешь нашим подписчикам? Меньше лишней фигни. Понятно. Короче, быть позитивными и добрыми. Всем удачи. Чао. Добра и позитива. Да, пока.